Здравствуйте, это канал Максимацы, и он вернулся, Андрей. Здравствуйте. Да, Андрей, с которым я проходил кардио в Майнкрафте, он вернулся спустя много-много-много месяцев. Последний раз он появился в прошлом году, в последней серии по карте The Dropper 2 в Майнкрафте. Нифига себе, уже больше года поди прошло. Наверное, хотя, да, может месяц. Быть, кстати. И, короче, сегодня мы вместе с ним будем рассуждать в игре, которая называется «Вы нажимаете кнопка». Именно так она называется, потому что переводчик переводит именно так. Игра на английском, и приходится переводчиком пользоваться вот так вот. И, короче, первый вопрос сегодня это «Вы худеете и получаете $5000 за каждый потерянный фунт, но вы всегда должны носить свои грязные носки во рту». Ага, пошли в жопу. Нет. Я думаю, нет. И мы же в таком случае и говорить-то не сможем. А что тут по комменты? Что это, черт возьми, за вопрос? Самый популярный коммент, я согласен. Что это за вопрос такой вообще, да. Первый же вопрос, ерунда какая-то просто. Так, следующий. Вы можете мгновенно сменить пол в любое время. Но это очень больно делать. Ну, на самом деле, ну, знаете, в реальной... Как бы от реальной жизни это не отличить, если честно, от того, то, что здесь написано. Ну, почти. В реальной жизни в любое время пол не сменишь. Ну, это очень больно делать. Нафиг бы оно надо. И вообще, честно говоря, я никогда не хотел менять пол, так что я не согласен. Это вообще... Я вообще не уважаю людей, которые меняют пол. Это отвратительно. Поддерживаю. Так что следующий вопрос. А вот Америка поддержала бы. Эх. Вместе с Байденом. Мы в свободной стране. Вы можете менять пол, когда захотите. Стоп. Это я не... Стоп. Стоп, это другой вопрос. Подожди, это другой вопрос. Так, ну какой ты пол хочешь сменить? На ламинат или паркет? Вы можете менять пол, когда захотите. Я сначала подумал, что это тот же вопрос. Но когда вы превращаетесь в парня, у вас чешется борода, а когда вы превращаетесь в девушку, у вас месячные. Обалдеть. Это вопрос так вопрос. У меня борода, кстати, у меня и без этого борода, если честно, чешется. Она всегда чешется. Я вообще не люблю растительность на лице, я считаю это не очень... Я не совсем, кстати, понимаю, что такое месячные. Ты многое не знаешь. Наверное. Я много слышал об этом, но я так и не понял, что это значит. Короче, я не... Ну, в общем, тебе надо было ходить в школу, в школе на уроки биологии в 9 классе. Да. В общем, я не согласен. Бобриться, подождать, пока это произойдет. Так, а тут... А что тут написано? Ребекка... Кэрол, когда я... Поэтому, когда я девушка, я в значительной степени прохожу через ад, но когда я парень, у меня на лице есть небольшая раздражающая вещь, которую я могу просто сбрить. А, понятно. Нормально. Значит, месячные это гораздо хуже, чем борода. Понятно, значит, правильно. Ты что, не знал? Нет. Короче, у вас может быть самый лучший автомобиль, который вы когда-либо могли захотеть. Но... Это ваш самый нелюбимый цвет, насколько я понимаю. Наименее любимый цвет. Наименее любимый цвет, да. Я бы согласился с этим. Да, и тут написано, я могу его, могу его нарисовать. То есть, в принципе, можно в автопокрасочную мастерскую заехать и покраситься в тот, который хочешь цвет. Ага. Так что, пущай, почему бы нет? Ну, да. в моем случае это был бы розовый цвет. Кошмар. Да. Интересно, какой был бы в моем случае? Да, вы получаете возможность вернуться в прошлое, но вы никогда не сможете вернуться в будущее, другими словами, в свое настоящее, и можете только отправиться дальше, назад во времени, с этими способностями путешествовать во времени. Ну, то есть я могу отправляться... прошлое, но не могу при этом вернуться потом обратно. Вернее,
смогу, но только своим ходом, год за годом. Не, ну это фигня какая-то, я не буду, я думаю. Да, если бы можно было возвращаться, я бы с удовольствием. В прошлое возвращаться это было бы интересно, но не без возможности вернуться обратно. Нет. Почти 50 на 50, кстати. Но меньшая часть все-таки сказали, да. Так, что тут дальше? Идеальные волосы, несмотря ни на что. Но у вас будет перхоть. А разве и волосы могут быть идеальные, если есть перхоть? Вот, о, вот даже коммент подтверждает это. Если у вас идеальные волосы, у вас не будет перхоти. Перхоть вроде. А? Ты что-то заглючил. Я говорю, перхоть – это куски кожи, которые у тебя с головы отваливаются. Это и есть перхоть, по-моему. Ой, какой ужас. Короче, нет, нет. А еще перхоть имеет свойство чесаться, по-моему. Да. Вы можете сняться в любимом телешоу, но вы должны сделать татуировку «Я люблю Джастина Бибера». Нет. Нет. Я не хочу. Однозначно нет. Я не то чтобы даже Джастин Бибер, я в принципе татуировки ненавижу. Никакие. Ой, а я бы хотел бы еще два рукава забить. Только это выходит 1200 рублей. Да. Андрей хочет, я не хочу, я никогда не сделаю никакой. Я сделал бы. Короче, вы отправляетесь в приключение, вы спасете мир, получите девушку, получите лучшую чертову боевую тему. Боевую тему, ну это типа песни в твою честь, что ли, или что-то, что ли. Но у вас будут члены партии, половина из них умрет ужасной смертью, у вас нет возможности узнать, кто. Может, ну нафиг это, Ну эту как-то, затею. вот тут, кстати, вот тут немного сложно. Мы получим... Я думаю, нет. Ну тут лучшая боевая тема, это боевая партия, что ли. Но написано, у вас будут члены партии, половина из которых умрет ужасной смертью, и у вас не будет возможности узнать, кто именно. А может, имелось в виду, типа, кто же они? Блин, типа сослуживцев в армии, может. Не знаю, может, такое что-то. Что думаешь? Ну, не знаю, тут, честно говоря, сложно. Спасем мир. Правда, от чего? Непонятно. Получим девушку, получше. Короче, очень-очень сложно. Что по комментам пишут? Они просто спросили меня, хочу ли я быть доктором. Они Доктор поймали кто? меня на лучшую чертову боевую тему на свете. Это будет зависеть от некоторых факторов, как долго я их знаю, насколько они полезны, нравятся ли они мне, популярны ли они среди группы. И тут еще вопрос. Тут девушка не умирает, правильно? Ну, вроде бы как бы нет. Какой-то очень сложный вопрос, честно говоря. Я не знаю, какой вариант выбрать. Да, я нажму нет, наверное, потому что, ну, и, в принципе-то мир не от чего спасать, если честно. Ну да. Просто пропускаем такой вопрос. Блин, я вот только что заметил, что вот у меня футболка не самого подходящего цвета для хромакея. А черный цвет с небольшим оттенком зеленого может на хромакее выделиться. Ну ладно, надеюсь, что... Да без разницы, Ну не ладно, переживай ты так. надеюсь, что... Ладно, надеюсь, что ничего страшного не произойдет. Хотя лучше я пойду сделаю так. Ух ты. Вот это интересно. Нет, не интересно. Короче, в кофту сверху одел еще синюю. Так, ладно, что это тут на всякий случай, чтобы полное видео хотя бы не было с такой ужасной камерой. У вас есть возможность соблазнить любого человека на планете. Но вы отвратительны и изуродованы.
Нет уж, я не хочу быть отвратительным и изуродованным, нет. Поддерживаю. Вы становитесь правителем трудолюбивой, патриотичной нации, которая гарантированно завоюет континент. Зачем мне что-то завоевывать? Но вы в буквальном смысле Гитлер. Пошли в жопу, нет. И самый популярный коммент. Я сказал стакан сока. Не бомбите евреев. Вы всегда чисты и приятно пахнете. Как одна подруга в спортзале, да. Меня. Но каждый день плохой день для волос. У нас про волосы сегодня уже было. Я думаю, дизлайк. Типа, я не буду. Да. Беспроигрышный, так как я лысый. А, ну да. Лысым повезет, а нам с тобой нет. Я нет, не буду. Короче, вы все... А, надо еще умножать. Короче, вы можете автоматически изменить любой физический аспект себя в любое время. Но учиться можно только для уровня, только до уровня третьеклассника. Ну хорошо, я просто себе изменю физический аспект, это знание в мозгах у себя. Я и тогда, думаю, и тогда пофигу, что я буду учиться до уровня третьеклассника только. Я согласен. Я бы не согласился. Хотя большая часть сказали нет. Что по комментам пишут? Нет, мне нравится мой мозг. Так, что тут? Но я уже знаю больше, чем третьеклассник. Я бы выучил китайский язык на уровне третьего класса. Есть новая вещь, он называется Google. Это деградация уже будет. Вы становитесь богом, но вам никто не верит. Сложно, сложно, но при этом, вот мы становимся богом, мы можем что-нибудь делать как бог при этом все равно. Эх, я бы просто создал планету полную кошек и был бы счастлив. Ну смотря в каком еще плане богом. Ты же понимаешь, что... Просто сделать так, чтобы огонь вышел из ваших рук, чтобы доказать это людям. А зачем людям что-то доказывать? Кто хочет, тот поверит. А нам не верит никто. Ладно. Да пофигу. Тем не менее, пофиг. Тут на самом деле пофигу, что никто мне не верит. Я все равно сделаю, что я желаю, блин. Я согласен. Посс, что-то там. А, вы обладаете телекинетическими способностями. Но ты становишься настолько уродливой или уродливым, я так понял, что люди не смогут смотреть, что люди не смогут смотреть тебе в глаза. Нет. Сразу нет. Конечно, нет. Что-то тут про секс уже я чувствую, я вижу написано. Давай, переводчик, грузить уже быстрее. Будьте самой сексуальной представительницей своего пола. Ну, в моем случае, в нашем случае представитель. Но ты останешься девственником на всю оставшуюся жизнь. А как... Но... Вопрос возникает, а какой тогда смысл в этом? А сексуальный смех. Как смешно. А сексуальный смех. Я думал, ты про... Я не сразу увидел коммент, я думал, ты про себя сейчас сказал. А ты хоть знаешь, что это значит слово? Да, да. Но не буду об этом подробно говорить на видео. Конечно, нет. Так. Опять что-то машина нашей мечты. Так, машина твоей мечты. Получите автомобиль своей мечты. Он в белом цвете, женский цвет, которого вы не сможете ни изменить, ни избавиться от автомобиля. О, я бы хотел бы себе купить белую машинку. Если тут я написано, даже знаю, что тут написано белый цвет. Белый цвет. Я не против белого цвета. Жми кнопку. Жми я кнопку. Согласен, да. Белый цвет, это не неплохой цвет. Согласен. И почему женский цвет, они говорят? Женский цвет, ну, это розовый. Знаю. А когда у нас вообще произошло деление цветов по гендером вопрос.
Да как это сказать-то правильно? Хороший вопрос, ответа я, к сожалению, не знаю. Типа, что розовый это женский, голубой это мужской. Когда это у нас произошло? Ну, не знаю, решили таким способом взять один как факт определения пола цветом. Да уж. Получите шанс заняться сексом с парнем, девушкой своей мечты. Но потеря вкусовых рецепторов навсегда. Блин, ты Нет, знаешь, нет. вкусовые Лучше жрать рецепторы уже это гораздо вкусных еду. важнее. Поесть вкусно, это важно, да? Да, то есть, ну, мы получаем возможность заняться сексом с парнем или девушкой своей мечты, ну, в моем случае, в нашем случае это с девушкой, естественно. Хотя, впрочем, я такого шанса, в принципе, не знаю даже. Потеря вкусовых рецепторов навсегда. Но это получается, я смогу есть, но при этом вообще не буду никакого вкуса чувствовать. Это же. Но, возможно, и запах ты не будешь чувствовать. И запаха, да. Короче, нафиг надо, я не согласен. Наслаждение от еды исчезнет просто навсегда. Вы свободно владеете всеми языками, но ваш диалект это диалект бедных и недоверчивых людей. Вы не сможете изменить это. И тут вопрос в комментах, где у этого обратная сторона? Так, вы свободны. Что делаете, не понял? Вы свободно владеете всеми языками, но ваш диалект – это диалект бедных и недоверчивых людей, вы не сможете изменить это. Что такое диалект? Просто интересно. Например, люди в Чикаго, Бостоне, Хьюстоне, Лондоне, Эдинбурге и Сиднее говорят по-английски, но говорят на нем по-разному в отношении тона, интонации и словарного запаса. Ага. Ну, не знаю, почему бы нет, почему обязательно не до... диалект бедных и недоверчивых людей, а что эти диалекты различать сильно, что ли, люди умеют? Ну, вообще, по идее, они как-то различаются. Да. Но я не думаю, что я при этом смогу то одно недоверие у людей вызывать постоянно. Так что я соглашусь, почему бы нет. Хотя почти 50 на 50 тут. Короче, опять вы сможете говорить на всех языках Земли, но ни один из них не является вашим родным языком, и вы плохо говорите на всех из них. Ну, то есть я могу говорить на любом языке Земли, но я говорю плохо на них. А я и так на любом языке плохо-то в таком случае скажу и без этих вопросов, блин. Если я говорю на всех языках Земли, но и один из них не является моим родным, это должно означать, что я инопланетянин. Самый популярный коммент. Какой-то Норм. странный вопрос, я его пропущу, я нажму, просто не буду. Ты Так. умрешь? Да ладно. Ты умрешь, и это по-вашему хорошее предложение, что ли? Но Вы вы перерождаетесь перерождаетесь. самым... А, ну вы перерождаетесь самым известным, самым богатым, самым популярным и привлекательным человеком на свете, и вы не можете встретить никого, кого вы знали в своей прошлой жизни. Нет, меня своя жизнь устраивает, Я бы много хотел бы хороших что-то людей в новое. моей жизни существует, я ни в коем случае не согласен. Я бы согласился. 57% хотят. Я тоже туда хожу. Так, все животные могут говорить как люди. Все они очень раздражают или полные придурки. Лучше, может, не надо, а то с ума все начнут сходить сразу. Да. Уж лучше пусть животные по-своему говорят, как и в реальности. О, сколько сказали. Нет, 77%. У вас будет возможность высасывать печаль и недоброжелательность из людей, из всего мира, если вы того пожелаете, оставляя после себя только счастье и доброту. Но вы должны нести с собой их негативные эмоции всю оставшуюся жизнь, и вы не можете убить себя. Ну, получается, я Ясен пень, что нет. высасываю печаль и недоброжелательность других людей, но тогда она Я бы не переходит ко хотел бы мне. такое.
Я бы не хотел бы такое, это очень сильно Нет, я не плохо знаю, было бы. пусть негативные эмоции, недоброжелательность останется в тех людях, в которых она была, а я буду как таким, какой я есть. Ну, почти 50 на 50, кстати. Неужели я единственный, кто улавливает отсылку к зеленой миле? Какой-то зеленой миле. Зеленая миля. Да. Прикольный фильм. Только он там лечить мог, воскрешать. Вот, например, блин, как же звали мышку, не могу вспомнить. Мистер Пикл или что-то. Пинкл, блин, не помню, что-то такое, как звали мышонка, и он его воскресил после того, как на него кто-то наступил. Блин, как на него наступил, я даже не помню точно, но, в общем, он его как-то воскресил, и этот мышонок потом снова бегать смог. А еще был момент в фильме, как же этого велика назвали, я не знаю. Но он, короче, какой-то женщине помог со здоровьем, то есть она очень сильно тяжело болела, по-моему. Он ее вылечил полностью, получается. А в самом начале фильма он пытался двух девочек, по-моему, убитых, воскресить, но у него этого не получилось. Его на этом поймали. И он плакал в этот момент. Неплохо. Ты знаешь, что такое. Я первый раз про это слышу. Я этот фильм 2 раза смотрел, по 3 часа. Короче, вам будет дана способность умереть и вернуться к жизни через 3 дня, появившись там, где вы как раз-таки умерли в последний раз. Но каждый раз вы будете испытывать большую боль. Я так понимаю, при этом. Только при каких, при, в каком именно случае я буду испытывать большую боль именно? Я что-то не понял. Во время момента, где я возвращаюсь, что ли, я буду испытывать большую боль во время возвращения или что? А может быть, вообще во все оставшееся время? Я верю, Либо в что том месте. Иисус нажал на эту кнопку. Потеряю ли я все свои вещи? А теперь это Майнкрафт на Лего. Майнкрафт — это моя жизнь. Майнкрафт! Я не умираю достаточно часто, чтобы боль стала реальной проблемой. Не, я Ты думаю, сделал, фигня что ли, какая-то. это сейчас? Да. Не Мне утоните кажется, в океане, это иначе фигня. будете вечно страдать. А, только не утоните в океане, иначе вы будете вечно страдать в мокром аду. Казнят на электрическом стуле. Через 3 дня. А где я? Жара. Ой, это жареное мяско. И короче, Кстати, в... или вот упаду я в лаву. Я буду реально испытывать каждый раз большую боль, умирая при этом постоянно. Короче, как-то странно, я, честно говоря, не согласен. Кстати, это вот в фильме «Зеленая миля» его казнили на электрическом стуле. Тебе все-таки стоит посмотреть этот фильм. Я просто даже Я на никогда Ютубе не даже где-то слышал. находил эти ссылку, потом скину, если хочешь. Вы можете заставить любого человека забыть, кто вы есть. Но они будут пытаться завязать с вами разговор каждый раз, когда видят вас. Согласен только при... О, даже коммент. Так, стоп, чего? А Вы вы можете можете заставить сразу любого забыть? человека забыть, кто вы есть, но они будут пытаться завязать с вами разговор каждый раз, когда вас видят. Тут да, и тут, Прикольная и тут, и идея. тут даже Было бы прикольно. комментарии мои слова уже сказал, которые я хотел сказать. Почему бы нет? Это И прям хороший шанс с мысль. врагом сделать время для хорошего шанса с врагом, с влюбленностью, бывшим другом и так далее. Хорошее время для второго Хитро. шанса, да, действительно. А здорово ты это придумал. Я даже вначале не понял. Молодец. Или как ты там? Я понял, что я понял, я знаю, откуда эта фраза. А ловко ты это придумал. Я даже вначале не понял. Молодец. Да. Думаем так. Да. Я помню, как. Слушай, а ловко ты это придумал. Я даже вначале не понял. Молодец. Блин, надо будет пересмотреть этот мультик, наверное, потом. Да. Короче, ну на самом деле действительно. Вот я заставлю
какую-нибудь девушку, например, даже, которой я не нравлюсь, забыть? Забыть, кто я был, и чтобы она забыла все обо мне. Она увидит меня и Больше не захочет попадаться ей на глаза. завязать со мной разговор, и при этом она не знает меня. Это будет большой шанс доказать ей, что я неплохой человек, я хороший. Так что я согласен, я нажимаю кнопку «Да». Это действительно очень, это очень хорошая прям способность была бы. Вы можете летать, Секундная. но вы больше никогда не сможете прикоснуться к земле. О, нет. Это полностью изменится наша жизнь в таком Так что случае. вы можете летать, вы больше не сможете. Нет, это очень сильно плохо было бы. С технической точки зрения ничто никогда ни к чему не прикасается. Между атомами есть всегда ничтожное пространство. Да, но тем не менее вопрос это не предусматривает наш. Вы Ну, когда-нибудь знаете же. слышали об обуви или носках? Вам не нужно прикасаться к земле самостоятельно. Не, ну почему я должен, что ли, обязательно? Я никогда не должен носки свои снимать, что ли? Короче, нет, я не согласен. Я так не смею, наверное. Короче, что у нас Интересно, тут дальше? вопросы бесконечные или у них есть конец какой-то? Здесь, ну, наверное, там бесконечное было, ну. Не знаю, можно ли отключить эту способность летать потом, чтобы можно было к земле прикоснуться, не знаю. Вы знаете все иностранные языки, которые хотите знать. Опять уже третий вопрос про языки. Но вы можете говорить только 500 слов в день. Это мало. Это маловато, я согласен. Что, если я соберу все свои слова воедино? Пять дизлайков. Почему этот комментарий на самом верху? Короче, ну, маловато слов это. Я не согласен. Вам больше никогда не придется спать. Но у вас нет души, поэтому вы не можете испытывать никаких эмоций. Я даже не буду это обсуждать, я сразу нажимаю «Нет». Так, осень души. Да, у вас нет души, и вы не можете испытывать никаких эмоций. А кто я тогда вообще? Что, если я Камень имбирь? неподвижный. Каменщик работает 3 дня. Без зарплаты. Короче, я не. Я. Мне больше никогда не придется спать, но при этом я не человек, я вообще хрен никто, блин. Робот. Просто инертное тело, которое просто может не спать. Существует. Да, я не живу, я существую. И больше никогда в жизни я, как прежде, существовать не буду. Вы будете самым умным человеком на Земле, но вы будете крайне некрасиво. Блин, ну уже, по-моему, третий такой вопрос. Нет. Они просто друг на друга похожи, эти вопросы уже. Да. Так, Вы что? можете читать Вы мысли можете... людей, но вам всегда будет неловко рядом с людьми в реальной жизни. Мне уже неловко Интересно. рядом с людьми. Самый популярный коммент. Не, ну, с одной стороны, это было бы прикольно знать, о чем человек думает. Да, ну Но знаешь, прикинь, короче. быть неловко рядом с людьми как-то не хотелось бы, если честно. Да, блин, мне это пофигу было бы, знаешь, ты считаешь этих мыслей, просто начинаешь смотреть и не начинаешь стесняться. Это было прикольно. Да, может быть, и можно было и нажать «да», но я уже нажал «нет», уже поздно. Что-то вы владеете всеми играми, но вы можете владеть только одной консолью. У меня вообще, кстати, нету консолей. У меня тем более. Я только ПК ПК у меня продолжайте небольшой. обновлять его вечно. Иметь ПК и обновлять его будем вечно. Ну, не знаю, тут, честно говоря, сложно. Но лично в моей жизни у меня никакой консоли никогда не было и нету. Так что я бы мог тут согласиться. Почему бы нет? Мне это подходит. У меня консоль. У меня Хватит тоже нет уже с консоли. этими звуками баловаться, ё-моё. Дальше А у меня, что у нас? кстати, это был Уже Xbox полчаса, кстати. 360. Я играл. А. Блин, я помню, как хотел себе потом опять купить такой же Xbox. Потом 2005 посмотрел года на консоль, картинку. по-моему, это.
360 хотел взять. Что-то посмотрел на характеристики, думаю, блин, а зачем он нужен? Он вообще дохленький очень сильно. По-моему, 2005 года консоль это. Не знаю, сейчас можно загуглить. У нас вроде бы 2005-го. Дата выхода 1 ноября 2007-го. А, Продано более 70 2007-го. миллионов копий на момент 2012 года. Пять лет выпускалась консоль. Загугли Xbox Original тогда. Может, я с ним перепутал? Так, ори. Может, он в 2005 вышел? Может, я перепутал с ним? В первом году он вышел. А. И то, значит, неправильно назвал. Ну, где-то я про 2005 год, короче, слышал. Да, короче, давайте еще где-то три вопросика, уже полчаса прошло. Вы будете знать, кто выпустил собак, но вы никогда не узнаете, кто взял печенье из банки с печеньем. Это вообще что за вопрос? Зачем Нахрена вообще? мне его вообще? И какого хрена мне его вообще задают? Зачем? Я вообще Типа не почему? понял этого вопроса, вообще не понял в нем никакого смысла. Сразу мимо, сливаю У этот меня вопрос. соб... у меня, во-первых, никто собак у меня никогда не выпускает. А если выпускает, то я и так всегда знаю, кто. А и печенье никто у меня не ворует. Так что просто пропускаем этот вопрос. Вообще непонятно, что, в чем его посыл. Вы становитесь знаменитым на Тумблр. Твои родители следят за твоим блогом. Я, честно говоря, там никогда... Я, честно говоря, там и не регистрировался никогда. Что такое Тумблр? Кстати, надо погуглить. Я это слышал. Это какой-то блог. Это блог какой-то там можно делать. Сейчас посмотрим. Так. Он основан в 2007 году. Короче. Так. Чё? Служба микроблогов, встречающая в себе блогов, по да, картинок, вот. Статей, гиф изображений. Ну, это типа, наверное, может по типу пикабу какого-нибудь, не знаю. Не... Твои родители следят за твоим блогом. Ну и пускай следят. И чё, я против, что ли? Нет? Я нажимаю, да? Тебя там все равно нет, это тупой. Ну да. А если и буду, то почему родителям нельзя следить за моим блогом? Вы можете заставить... Это уже было, мы это пропускаем. Стоп, что за вопрос был? Ну вот, прочитай, это было уже. Все, вижу. Это уже было. Вы можете быть самой красивой женщиной или самым красивым мужчиной, но вам никогда не разрешается пользоваться интернетом. Не, сразу мимо, сразу мимо. Да, сразу мимо в наши дни. Вот если бы это было бы... Вот если бы это были бы какие-нибудь 1970-е годы, например, тогда согласиться можно было бы точно. Тогда интернета никакого не было тогда. Ну да. И ведь как-то же так. И с этим жили, да? Ладно, последний на сегодня вопрос пусть будет. Вы можете летать, левитировать или что-то еще в этом роде, я так понимаю. Но ты боишься сделать это, потому что боишься высоких результатов. Наверное, боишься высоты, потому что ты перенос Высоты, идет. наверное. Переводчик тут так переводит, что... Но страх со временем тут в этом случае побороть, наверное, мы сможем, потому что мы же должны рано или поздно понять, что мы умеем летать. И бояться тут нам, в Логично. принципе, нечего. Ну да. Логично. Так что я согласен, я нажимаю кнопку. Ладно, давайте на этом закончим. 34 минуты мы на это потратили. Как-нибудь сыграем еще. Вообще, мы, кстати, тут с Андреем планируем вернуться в Майнкрафт еще. Пора бы возвращаться в Майнкрафт. Пора Да, снимать летсплей. Будем как-нибудь снимать карты, но мы еще хотим летсплей забабахать с модами. Так что ждите. Думаю, скоро он будет.
На сегодня все, с вас и господи, подписываться с меня, ну с нас даже, эпичные видосы, подписывайтесь на мой стримский канал, логовый канал, Свадер, ВКонтакте, всем пока. Пока.